Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами поговорим об уходе за нашими розами. Перед вами одна из моих клумб, и я на нее смотрю, и у меня такое чувство, что на улице весна, потому что все розочки такие сочные, зелененькие, на них куча красных побегов, которые такие жирненькие, красивые, они вот-вот зацветут. Прям такая картина, как в мае. Но на самом деле на улице далеко не май, а наоборот, конец лета, август. И в этом выпуске я хочу вам рассказать об уходе за розами в августе. Ну, что касается непосредственно ухода. Честно говоря, сейчас я за ними особенно и не ухаживаю, потому что всю обрезку я сделала в июле. Также я в июле чистила кусты от старой листвы в нижней части. Вот обратите внимание, у многих роз низ он такой лысенький. Если на ваших розочках, на ваших кустиках есть листва в нижней части, которая стала желтеть, которая стала стареть, и не нужно ее держать, прям пройдитесь и все почистите. Также я удалила у роз все лишние побеги, все маленькие, старые, дряхленькие, все побеги, которые слепые. Все это я не прищипывала, а удаляла полностью, потому что они тоже не дают нам никакого толку, только загущают куст, мешают проветриванию и впоследствии цепляют грибковые заболевания. А что касается полива. Поливать я, естественно, тоже ничего не поливаю. У нас дожди, хотя даже когда сухо было, я все равно их не поливала. С поливом мы на этот год закончили. Что касается прополок, обратите внимание, вот эта моя клумба, она такая прям образцовая. Здесь у меня замульчировано все скошенным газоном, и в принципе тут и делать ничего не нужно, потому что под ним сорняки не растут, почва остается рыхлой, остается влага и воздухопроницаемой, и все тут хорошо. И, конечно, когда я мульчирую, я прям вздыхаю с облегчением, потому что, ну, все, уход, он сводится на нет. В тех местах, где у меня нет мульчи, вот допустим, как там, видите, где-то сорняки уже полезли, мокрица, которая растет моментально, особенно после дождей, там, конечно же, я пройдусь, подрыхлю, сорняки удалю, опять же, для того, чтобы в розариях было чисто и они хорошо проветривались. Ну и теперь самое основное – обработки, чтобы розы оставались чистыми, оставались здоровыми, чтобы у них была листва красивая, глянцевая, жирная. Их, конечно же, нужно обрабатывать от болезней, от вредителей. Я сочетаю все эти обработки вместе, еще добавляю удобрения, опять же, для того, чтобы розы лучше росли и лучше выглядели. Ну и пойдемте, я вам покажу список препаратов, которые я буду использовать именно сейчас, в августе и в сентябре до октября, собственно говоря, до самого момента укрытия. Вот они, все мои препараты. Здесь и от болезней, и от вредителей, и удобрения. Это все я буду использовать. Ну, давайте начнем с фунгицидов, с препаратов, которые помогают нам защитить розы от заболеваний. Сейчас, в августе и в сентябре, нужно использовать более сильные фунгициды. Фунгициды, которые работают в прохладную погоду, фунгициды, которые работают во влажную погоду, а также те фунгициды, которые направлены на защиту от ложной мучнистой росы. На пачке каждого препарата ищите слово «ложная мучнистая роса». Препараты, направленные на защиту от черной пятнистости, они уже слабоваты. Какие фунгициды выбрала я? Вот здесь 4 препарата, и их мне как раз хватит до октября. Это Luna Tranquility, Cabrio, Topsin и Quadris. Вот эти 3 фунгицида, они идут в таком наборчике. Видите, прилипатель плюс стимулятор. А это дополнительные такие бонусы. Они способствуют лучшему усвоению препарата. Ну и опять же облегчают наши труды. Не нужно больше ничего придумывать и ничего больше добавлять. Дальше, что касается препаратов от вредителей. Сейчас полез клещ. Вот всегда, когда сухо, всегда, когда жарко, он появляется. Я бы не сказала, что он у меня массово появился на розах. Он у меня появился в тех местах, в которых я не так часто обрабатываю. Ну вот есть у меня розочки, там мускусные,
Есть розочки, которые растут в таких местах, где я так сверху пройдусь, а снизу оно все не обработано. И в таких труднодоступных местах и местах, где я не часто прыскаю, они, конечно же, поселились. Поэтому тщательно осмотрите розочки и, опять же, загляните в те места, где вы сами не часто заглядываете. Вот, допустим, как пример, вот у меня здесь, видите, растет роза Пьер де Рансар. И в прошлом году у меня она была поражена клещами, потому что вот в этой части, видите, здесь вот около забора, у меня как-то не всегда попадал мой коктейль. Я так сверху пройдусь и все, а потом смотрю — клещ. И вот он прямо вот тут внизу. И, в общем, там, где я не прыскала, там он везде поселился. От клеща мы используем не просто инсектициды, а инсектоакарициды или акарициды. Такую пометку, такое слово обязательно ищите на препарате, либо ищите надпись «от клеща». Только такие препараты будут с ним бороться. Я уже опрыскивала свои розы в предыдущем коктейле, использовала препарат «Искра» от гусениц и клещей. В этот раз опрыскаю массаем, ну и потом опрыскаю еще алиотом. Дальше буду смотреть по ситуации и по погоде, потому что не все препараты от вредителей работают в прохладную и влажную погоду. В основном все от плюс 15, а дальше, если температура ниже, их нет смысла применять. В общем, будем смотреть по погоде и тогда уже делать выводы, обрабатывать или нет. Что касается удобрений, конечно же, обязательно для обработок я использую удобрения, которые развожу вместе с этими пестицидами и опрыскиваю таким коктейлем по листу. Сейчас осенью мы исключаем азот и используем удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Можно использовать плантофолы с составами 5-15-45 либо 10-54. Можно использовать монокалий-фосфат. И также я ввожу вот такое удобрение Силимплант. Это удобрение с высоким содержанием кремния. Что касается плантофолов, вот, допустим, последний раз я использовала именно такой 10-54-10, когда розы закладывали бутоны для второй волны, я использовала его. Вы смотрите, если у вас розочки, допустим, вот на такой стадии, видите, побег еще растет и бутонов не видно, можно использовать вот такой плантофол. Если уже есть бутоны, вот, допустим, как здесь, либо, ну, такие или поменьше, то лучше уже использовать плантофол с высоким содержанием калия, а именно вот этот. Я для своего коктейля, вот, который буду готовить на этих выходных, буду использовать именно такой плантофол, потому что мои все розы уже на бутонах. Если нет плантофола, можно использовать монокалий-фосфат. Но я так решила монокалий-фосфат отложить для подкормки луковичных, для подкормки лилий и уже для листовой подкормки буду использовать плантофолы. Что касается вот этого удобрения, это удобрение укрепляет ткани, укрепляет листовые пластины, укрепляет побеги. Розы становятся более стрессоустойчивые, и листья у них становятся такие жесткие, они менее подвержены болезням, вредителям. Поэтому это удобрение я также вношу и использую его обычно вот в конце августа и в сентябре. Также можно чередовать. Вот, допустим, опрыскали плантофолом, потом в следующий раз через 2 недели опрыскали силимплантом, потом опять плантофолом, можно только силимплантом. В общем, смотрите, что есть. Ну, я тоже использую когда как. Непосредственно перед укрытием я всегда готовлю коктейль силимплант и хорус. Дальше уже смотрю, как по погоде. Если плюс 15 есть, то добавляю еще инсектицид. Если нет, то использую без инсектицида. Но уже в обработке, которая будет непосредственно перед укрытием, я расскажу подробнее. Ну а пока запасайтесь вот такими препаратами. Все они есть в моем интернет-магазине цветок.шоп, поэтому кому нужно, заходите и выбирайте. Поподробнее, когда я буду чем опрыскивать, какие коктейли готовить, что с чем смешивать, я постараюсь снимать для вас отдельные ролики. Но там уже будем смотреть по времени. Конечно, в этом году у меня его в обрез, поэтому не всегда получается все снять и все вам показать. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание и до встречи на моем канале.